Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. И сегодня, дорогие друзья, хочу вас познакомить прям с крутым циферблатиком. Называется он «Все в одном». Вот такой у него режим AOT. Здесь очень много информации. Прям реально много. Стоит 99 рублей и их два циферблатика. Это Pro-версия. Есть бесплатные версии, но если хотите Pro-версии, чтобы менять все самим, кастомизировать полностью эту цифру и всю информацию, содержащуюся на нем, тогда придется купить за 99 рублей. Ну а теперь о нем поподробнее. Поехали! Ну, так, значит, вот так вот он выглядит во включенном режиме. Настраиваемые иконки приложений. Так, это галерея, пожалуйста, сообщения, музыка и почта, да. Нажали и сразу вошли, куда вам надо. Почта, там, музыка, пожалуйста, включение и так далее, и тому подобное. Плюс информативное окно, само время, секунды, часы, минуты, секунды, пятница, 26 июнь, ну, неделя, число, месяц. Потом информация заряда батареи, 3 дня погоды, влажность и заряд смартфона. Все это меняется. Меняется, значит, каким макаром. Нажали вот на батарейку, вот на эту, на часы. Еще раз демонстрирую вам. Раз. Все, входите в меню. Фон можно настроить самому, а можно сделать фон обычный, наш фон часиков самих. Пожалуйста, вот он изменился и появился вот такой. Либо вы убираете и настраиваете его сам. Дальше можно убрать секунды и вот такая вот штучка получается. Смотрите, секунду убрали, пожалуйста. Дальше все можно это вернуть назад. Меняется шрифт, можно жирный и другой там поставить, какой хотите. Потом дата, в каком формате будет отображаться. Здесь есть много вариантов, но мне нравится вот этот вот. Все, далее что? Нажимаем далее, здесь цвета. Меняется все, цвет времени можно изменить. Вот таким макаром нажимаю вот на эти все штучки, как вы видите. Дальше время, дата, то же самое. Меняется информационная панель фон, и фон, как я вам уже говорил. Все, дальше. Что идет? Панель информации. Основной режим. Это вот основной режим. Вот этот вот основной режим. Здесь все меняется, пожалуйста. Нажали и выбрали то, что вы хотите. Здесь много всяких вариантов. Даже есть пусто просто. Так, далее. И еще часы всегда включены. Еще добавляется три штучки. Допустим, ну вы увидите, здесь тоже, пожалуйста, все можно изменить. Давление поставить, там расстояние или там калории мы можем сюда воткнуть. Ну и что мы еще возможно воткнуть сюда? Ну также батарея мобильного, допустим. Все, выходим отсюда и приложение. Также здесь меняются вот эти четыре приложения, которые внизу. Они также меняются. Можно добавить все, что вам, как говорится, угодно. И получаем в итоге вот такой вот симпатичный циферблат. Вот с такой вот информацией, пожалуйста. Удобные, прекрасные часики. Информативные. Имеющие достаточно прикольный внешний вид. Два вида таких циферблатов. Идет с премиум версией. Пожалуйста. Еще есть вот такой. Где информационная панель сверху, как вы видите, да? Сейчас они, вот, пожалуйста. Информационная панель проходит по самому верху. Тоже достаточно удобно. И здесь. Вообще прикольный. Вот за 99 рублей, короче, получается, мы имеем два циферблата, которые кастомизируются на ваше усмотрение. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. И, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!